Америки во всех видах спорта по итогам октября 2016 года. Ну и одна из самых эффектных коротких программ в нынешнем сезоне — Sweet Dreams под великолепный вокал Энни Ленокс. Очень самобытная спортсменка. Катается у очень хорошего тренера. У очень хорошего тренера. Изумительное владение своим телом. Взрослая, понимающая, что она делает. Пропустившая несколько лет в карьере для того, чтобы тоже прийти в себя и начать все сначала. Флип. Должна была сделать с тулупом. Сложный заход качалкой. Два плеча. Я бы не сказала, что два. Ну, сложное вращение. Комбинированное. Хорошо слышащие музыку. Двойное она только сделает, да. Это понятно было, что после Ридбергера она сделает только двойное. Потеря равновесия на дорожке. Блок. Нет. Она тяжело катается. Ну, по мне сравнению, да, с тем, что было в Чикаго, тяжеловато, конечно. Да. И много было грехов, в том числе и на дорожках шагов, и приземления с выездов были не лучшие. И в связи с этим не получился стартовый каскад. Как следствие, пришлось делать второй, двойной, да, тулуп прилеплять. В общем, похуже, чем на первом этапе гран-при откаталась сейчас Эшли Вагнер. Ну, возможно, связано в том числе и с длительным перелетом. Вот такая вот сложность. Потом отсутствие Рафаэла Арутюняна, опять же, который находился на четвертом этапе гран-при в Париже. Может быть, тоже сказалось. Я совсем это не исключаю. Вот я его спрашивал, почему ты работаешь с этими двумя, в общем, ну, возрастными спортсменами. Он сказал, что я счастлива с ними работать, потому что я им помогаю верить в себя и изучать что-то новое. То, что они могут, и то, что они хотят. И они поверили в меня, и для них это, для них каждая тренировка является, в общем-то, как подарком. Поэтому, да, они работают, говорит, очень хорошо. И каждый год что-то учат новое. Вот я их, говорит, восстанавливал, и в очень хороших отношениях. Действительно есть результат. Конечно, и Адам Рипман как великолепно смотрится, да, в нынешнем сезоне. И Эшли по окончании этого этапа может обеспечить себе место в финале гран-при. Больше того, Эшли серебряный призер чемпионата мира в Бостоне, хотя в интервью коллегам Рафаэл Арутюнян признавался, что
Все было понятно перед этим чемпионатом. Американская федерация ставила на Грейси Голд. Если мы могли только предполагать, то Арутюнян сказал это открытым текстом, но тем не менее лучшей среди американок и одной из лучших в мире стала все-таки не Голд, а его ученица Эшли Вагнер. Но вот эта программа получилась не лучше. Да, вот трафик уже там, только что был в Париже. Только что был в Париже, слетал в Лос-Анджелес, забрал ее, провел одну тренировку, забрал ее, сел на самолет и прилетел в Китай. Просто фантастика, уже в Пекине. Да, у меня был такой один год, когда я, мои спортсмены были на всех шести. Я уже не помнила, куда я летела. Вот сейчас разбор полетов. Он очень любит их и очень хорошо с ними работает, я считаю. Долетает пока Эшли до 64,36 балла. Отставание от Осмонд почти 8 баллов. Ну, это, конечно, для нее не... Ну,